Школа Bartenders Factory представляет. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. 11 сентября стартует новый курс Bartenders Factory. Скажите, пожалуйста, что же ожидает ребят в новом учебном году? Ребята, все довольно просто. Смотрите, это 5 учебных дней, которые будут идти с 11 часов дня до 5 часов, примерно до 6 часов вечера, включая теорию, практику и куча разных сплетен. Поэтому будет интересно, приходите, будем вас ждать. Топ-3 пожелания будущим ученикам, выпускникам нашей школы. Во-первых, не опаздывать. Во-вторых, слушаться. В-третьих, выполнять всю домашнюю работу, что в принципе связано со вторым. Будут ли какие-нибудь бонусы ребятам за прилежное поведение? При прохождении обучения у нас есть небольшие презенты. Они являются такими вспомогательными. Брендированная ручка, брендированный блокнот. В общем, это один из, наверное, встречающих наших мини-презентов. Когда мы оканчиваем курсы, у нас получается сертификат о прохождении этих курсов. Мы наших ребят не бросаем и всевозможными способами пытаемся их подтянуть к нашим активностям, потому что у нас их очень много. Мы исключаем сейчас саму школу, у нас есть много других так называемых проектов, и разные ребята находят себе в них место. Соответственно, мы часто помогаем в трудоустройстве, кстати, куда-нибудь за бар. По крайней мере, все предыдущие курсы, группы, они об этом говорят с уверенностью. Многие наши ребята уже трудоустроены.